компот из вишни. Всем привет, меня зовут Илья, вот это Миша, и вместе мы компот из вишни. Что мы делали? Мы делали приложение, которое преобразует видео в комикс. И мы сделали сервер, на котором можно загрузить это видео, и получится картинки в комиксе. Сейчас мы давайте загрузим это видео, и потом перейдем на те комиксы, которые мы уже сделали. Мы решили взять известные американские фильмы и из них превратить в комиксы. Начали мы с современного чтива. Мы используем speech-to-text, мы преобразуем звуки, которые говорит главный герой, в текст. Потом выделяем ключевые сцены в этом фильме, и на эти сцены с помощью face detection мы понимаем, где находится лицо, и добавляем балл с текстом, который говорит персонаж. Соответственно, как мы видим, это можно применять? Это можно применять в Instagram Stories. Вы снимаете какое-то видео, кидаете нам это видео, мы преобразуем его в такой комикс, и у вас получается такой интересный experience. Вы нажимаете на какую-то клавишу и видите комикс про жизнь человека. Какой-то супергерой или еще что-то. Здесь, на самом деле, очень много прикольных получилось штук преобразовать. Мы использовали для стайл-трансфера Cartoon Gun. То есть у нас получается всего три сетки. Это Speech to Text, Cartoon Gun и Face Detection. Вот. Сейчас давайте посмотрим, что у нас там загрузилось. Ну, здесь мы сделали, только что загрузили тоже какой-то комикс. В целом мы можем просто все выложить, и вы можете посмотреть поподробнее, поближе, как это все выглядит. Возможно, со сцены, я не знаю, как вам видно. Нормально? Хорошо. У меня все на самом деле, если есть вопросы. Ваши аплодисменты, друзья. Вопросы обязательно, наверное, есть у жюри, поэтому... Как вы выбираете правильный кадр? Это очень хороший вопрос. Мы анализируем текст, берем предложение, потому что Google API, оно умеет возвращать предложение, которое говорит персонаж. Потом мы выделяем средний кадр и берем кадр, который наиболее близок к этому среднему. Обычно это кадр, на котором находится человек анфас, или он где-то близок к камере, и у него открыт рот. И до этого мы использовали просто detection рта, потому что на самом деле балбы детектят, они детектят полигон рта, но при выборе сцены это получается слишком долго, поэтому мы решили пойти по более простому пути. Мы просто выбираем средний кадр, который наиболее близок к среднему кадру во время этого предложения. Сколько человек в команде? Два. Все сделали за этот хакатон. У нас вообще была другая тема, на самом деле. Просто давно была идея, она прикольная. Решили сделать. Отлично, аплодисменты. Еще вопрос, уважаемые коллеги. Одну минуту вопрос есть. Напомните, вот вы для распознавания речи используете Google API, да? Да. А еще у вас будет две сети, которые что-то делают? Да. Ну, это стиль, собственно, Cartoon Gun. Мы взяли, если есть несколько реализаций, мы взяли ту, которая лучше работает. Мы ее сами не обучали, мы даже обучены. И третье — это просто face detection, lead marker. Мы рот детектим и детектим лицо, чтобы балл поставить. То есть это все, конечно, автоматически. Спасибо. Спасибо огромное. Аплодисменты. Разумеется, фотография по участию. Я попрошу подойти представителя капитана, по большому счету, лайк, фильм сюда ближе к сцене, потому что именно они сейчас выйдут на сцену.